Всем бы уровень суток. Как обещал, сейчас будем кормиться. Каюр, нет. Каюр. Каюр, иди сюда. Каюр. Каюр. Каюр, иди ко мне. Каюр. Выходи. Что у нас тут? Вкусняшка. Пошел на кровати попрыгал. Ну и можем как бы идти дальше, да? Раздача еды. И в этот в чан какой-нибудь стучай. Баум, 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 баум. Задавлю. 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 Так, Злат, давайте я сейчас воду вылью. Тихо. Вот такая у нас будет сейчас. Что ты его гоняешь? А? Я за водой иду. Так. Будем кормиться. Дай воды напиться, да? Моя девочка преданная. Каюр перевернул. Вчера воды только налил, уже перевернул все. А? Ой, макароны так раздались, как будто они... Ну, нет у меня пока поварёшки. Такая вкусняшка, на. Кушай. Закрывай, закрывай. Все. Подходи, кушай. Смотрит на этих. Все, понятно. Сейчас я отгоню. Не охраняй. Белый, иди. У тебя чисто, молодец. Он будет ваши миски забрать. Их и снаружи, и снутри. Держи. Кушай, моя девочка. Златка, кушай, моя девочка. Чего ты? Чего ты? Иди ко мне. Поди ко мне. Поди сюда. Чего ты? Все. Кушай. Он шурует. Молодец. Каюрбан. Подходи. Воды тебе наливать или ты опять прольешься? Иди. Ой, мужчина. Сейчас мы. Тут ее много. Куда ни глянь, везде обрись. Да? Так. Ешь пока. Вкусно? Ну, вот видите, обрис им больше по душе, чем костный остаток и так далее. Тот кусок, который мясо по-французски делал, обрезал. Видите? Жил, жил там. Не спеши. Специально я делал, потому что она аккуратно ест. Каюр, я воды тебе налью, можно? Потому что
Я утром опять приду, да? А у нас миски все валяются. Ешь, ешь. Кушай, кушай. Кущи, кущи, мой хороший. Ну вот, с удовольствием они хомячут. Кушай, кушай, моя девочка. Кушай, моя девочка, кушай. Знаете, пока буду. Блин, зачем я взял? Сейчас передвигаю. Я поменяю воду просто. Бел. Чуть сполоснем. Сходим за водой потом. Бел я чуть. Мне надо подкрутить эту. Напомни мне, я тебе подкручу. Это чтобы да, я сразу. Бел, Бел, отойди. Да, я сразу тебе подкручу. Тихо, тихо, тихо. Бела, гулять нельзя. Нет, она проворачивается. Все, иди кушай. Иди кушай. Как у тебя дела? Кушай, моя девочка, кушай. Макароны не очень, да? Но вкусно же. Белки вообще хорошие пьют. Кушай, моя девочка, кушай. Кушай. Кладовщица ты. Не даешься с этими мячиками играть. Вот хоть убрал мяч, хоть побегали, хоть поиграли чуть. Повозились, да, Каюрбан? Каюрчик. А? Морда. На завтра вам еще есть. Да, завтра вам дам. Потом опять варить. Если были бы в полном составе, то варил бы сейчас. Уже раздал бы и опять варил. Так еще на два раза можно. Еще двадцатку растягиваю на троих. На два дня. Допустим, вот сейчас покормлю, завтра покормлю, а потом опять варить. Мне завтра поеду в город. Надо распечатать и так далее. И этот. Может, вкусняшки какие будут. Все, наелись морды. Видите, под низом вылизывает. Как черпал вкусняшка, она миску снаружи нализывает. Златка тоже. Перекусил. Видите, двухлитровые, 2,5 литра, 2 литра миска, они вот съедают свою норму. Теперь она будет из-под лоби на меня, не надо смотреть. Смотрит она из-под лоби на меня. А? Морда. Будет охранять теперь. Все, вода есть, еда есть, вода есть. Кушай, кушай. Ну все. Ты тоже на охрану лег отдыхать. Из сена, с соломы я у тебя все убрал, потому что все вам опилками застелил, чтобы полы подсохли, сырость собрали. Да. Потому что ты всю будку
обсыкаешь. И миску вот эту с водой. Вот утром приду, миска это будет на полу. Да. А тут будет везде все сыро. Посмотрим, как ты будешь теперь лежать на сыром месте. Что ты на меня сканируешь меня, мордаха? Каюр, будешь? Дашь пока, скажешь всем? Каюр. Скажи пока всем. Каюр, голос. Каюр, голос. Каюр. Каюр. Голос. Или ты переел? Каюр. Сейчас что-нибудь возьму. Каюр, голос. Скажи всем пока. Каюр. Каюр. Каюр, голос. Голос. Нюхает. Пытается унюхать. Каюр, голос. Голос. Скажи. Сидеть. Скажи всем пока. Молодец. Да, это соломинка. Все, ладненько. Все наелись, все сыты, всем понравилось. Макароны, конечно, не особо, но выбирают. Значит, ну, ладно. Макароны, их жена тоже, я же закупил, куда-то девать и так далее. Все, давайте, всех рад был видеть. Всем до новых встреч. Что будет интересно, я всегда покажу. Все, давайте, всем пока-пока.